оба дураки. Понимаете? Почему? Точно. Потому. А я тебе говорю, потому что у него программа, она отлична. Слава Кирюку. Ну, знаете, выиграть это еще мы будем потом посмотреть. Выиграть мы можем, я техническое поражение. С такой программой, простите. Я вам покажу положение, в котором вот этого будет не должно. Столько денег потратили. Да, это его проблема. Знаете, сколько депутаты тратят, а потом, когда они проигрывают, то связь с ними бывает.